А сегодня мы подумали, что пора бы и честь знать, и показать свои интеллектуальные способности, а не только актерские. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Все мы особенные, и в каждом из нас что-то есть, но главное, что нас объединяет, главное, что зажигает нас, это театр. А потому мы такие дружные и такие непоколебимые. Мы команда «Шкалабур». Еще недавно я ночевал под мостом, а сегодня я здесь, плыву на великолепном судне, пью шампанское в изысканном обществе. Жизнь – это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Да. Плюс бал. Полусумен! Он носит победу в свою команду. Мы счастливцы! Многие сидели и думали, но ведь мы счастливцы. Мы просто взяли и придумали. Смех – это наша защита. Смех – это наше все. Жизнь, она как коробка конфет. Форска. Да. Yes. Команда, название команды. Счастливцы. Ура! Команда счастливцы. Продолжай. То есть вот это, вы говорите, Константин, вы уверены, что это Константин Станиславский? Ты точно не думаешь, да? А это точно Мирович Зайченко. Не, он не Константин? Может, это Чехов? Нет, нет. Владимир не Мирович Зайченко. Астеловиста, бейбе. Да, первый смысл. 15+. Терминатор. Да. Эти деревья были моими друзьями. Я знал их еще с именами. Да. У тебя коробка стояла. Я попробовал одну штучку. Или 20. Сидоров Илья. Лиза. Соня. Саша. Оля. Кристина. Бегущего от Сина. Как называется фильм? «Гордость советской эпохи», снятый по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые». Это советский черно-белый художественный фильм 1957 года. Он получил главный приз Каннского фестиваля. Нет вариантов? Есть «Шкаламбур» первый. «Шкаламбур» первый. «Летят журавли» — правильный ответ. Один за всех!